Прошедший 2013 год для акционерного общества Казахстанской жилищно-строительной корпорации является важным годом. Была заложена основа большой работы, заложено основание, начато строительство первых домов. На первом слайде. Вот. В результате проведенной работы с руководителями областей в целом в республике по состоянию на 1 января 2014 года выделено 132 гектара земельных участков для строительства жилья во всех регионах. В городах Астана, Алматы, Петропавловск, Талдыкурган, Кустанай и Актобе были выделены значительные земельные участки под масштабную застройку. Корпорация по состоянию на 1 января 2014 года имеет проектов, прошедших государственную экспертизу и готовых к проведению строительно-монтажных работ на общую сумму 10,5 миллиардов тенге для строительства 100 тысяч квадратов жилья. Третий слайд. До 1 апреля 2014 года он пополнится новыми проектами для строительства жилья общей площадью 104 тысячи квадратных метров на сумму 11 миллиардов тенге. Корпорация уже ведется строительство жилья в городах Алматы, Караганда и Шымкент общей площадью 82 тысячи квадратных метров на сумму 8 миллиардов тенге. Итого проектный портфель корпорации ставит 285 тысяч квадратных метров жилья на общую сумму 29 миллиардов тенге, что позволит сделать задел на 2014-2015 годы. Пятый слайд. В ближайшее время планируется завершить все конкурсные процедуры и заключить договора на строительство жилья общей площадью 72 тысячи квадратных метров на сумму 8 миллиардов тенге в городах Астана, Петропавловск, Актобе, Павлодар и Уральск. На шестом слайде. В данной таблице приведены данные в разрезе городов и объемом строительства, по которым планируется объявить конкурса на строительно-монтажные работы в 2014 и 2015 годах. Уважаемый Серик Мич, в работе акционерного общества Казахстанской жилищно-строительной корпорации имеется вопрос, требующий решения. Это не своевременное подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к завершенным строительством объектам. Со своей стороны корпорации были приняты все меры по разрешению данного вопроса. Проведены рабочие встречи с руководством области, были направлены письма в адрес местных исполнительных органов о предоставлении сроков подведения сетей с предоставлением данных о планируемых мощностях корпорации. Был разработан график подведения инженерных коммуникаций и разослан во все акиматы. Корпорация отработана вопрос с Министерством регионального развития по определению приоритетности заявок от акиматов на строительство внутриквартальных инженерных коммуникаций к объектам корпорации. Дополнение к этому нами предлагается дать возможность корпорации самостоятельно подводить инженерные коммуникации к своим объектам. Для решения вышеуказанного вопроса считаем необходимым создать рабочую группу с участием Министерства экономики и бюджетного планирования, Министерством финансов и Министерством регионального развития для разработки механизма строительства инженерных коммуникаций акционерного общества КЖСК к своим строительным объектам. А это у меня все. Спасибо за внимание.